Уважаемые болельщики, во-первых, большое спасибо вам за поддержку в первом тайме. Ну а прямо сейчас, здесь, на поле появляются чемпионы Суперлиги. Наши девчонки, женская футбольная команда ЦСКА Москва. Как вы знаете, сегодня состоялся финальный матч Кубка России по футболу среди женских команд. Между командами ЦСКА и Локомотив, где наши девушки в упорной борьбе завоевали серебряные медали Кубка России. И сегодня здесь, на нашем стадионе, мы чествуем наших чемпионов с этим замечательным выдающимся результатом. Они стали чемпионами России по футболу среди женских команд и завоевали серебряные награды Кубка России. Девчонки преодолели много сложностей, среди которых не только игровые. Мы поздравляем и давайте поаплодируем нашим чемпионам! Тысячи спортивных событий. Широкая
Армения со мной наступит склад. Прозрачные условия, высокие коэффициенты, лучшие спортивные события недели. Делай свой выбор, включай себя. Лига славы. Вместе чтобы побеждать. Всего хорошего, кто вечер. Лови момент для ставки. Лига стала лучшего для вложения.